В совещании приняли участие постоянный представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Устинов, губернатор края Александр Ткачев, а также руководители силовых служб и ведомств краев и областей округа. Что касается вопросов безопасности на дорогах, основные причины большого количества аварий – низкий уровень подготовки водителей и плохое качество дорог. Обсуждали и еще одну важную для округа тему – межнациональных отношений, а также борьбу с террористической угрозой. Как отметили на совещании, устранение причин и условий, которые способствуют появлению экстремистских настроений в обществе, задача, которую должны решать на всех уровнях власти. Причем решать не формально, а реальными профилактическими мерами, подчеркнул Николай Патрушев. В стране отмечается рост на 30% по сравнению с 2012 годом, это статистика на 2013 год подводилась, проявлений межнациональной и межконфессиональной напряженности. События в Кондопоге, Республике Карелия, Ставрополье, на Манежной площади и в Западном Бирюлево в Москве. Все это тревожные сигналы. Они свидетельствуют в том числе об упущениях в работе на местах, о недостаточно эффективной реализации миграционной политики, что ведет к росту напряженности между местными жителями и мигрантами. Как было сказано на совещании, сегодня основные миграционные потоки сосредоточены в экономически привлекательных регионах, таких как Краснодарский край. Процессы особенно активизировались в преддверии Олимпиады, когда шла большая стройка в Сочи. И это не могло не сказаться на социальной напряженности. Однако принятые меры способствовали тому, что уровень безопасности игр оценили во всем мире, а преступность в Сочи, в том числе и с участием мигрантов, снизилась в разы. Кроме того, сегодня в крае реализуют сразу несколько программ, направленных на усиление безопасности и противодействие нелегальной миграции. Как один из примеров, работа совместных казачьих и полицейских патрулей, которые не только охраняют общественный порядок, но и выявляют незаконных мигрантов. Гармонизации же настроений в межнациональной среде во многом способствует большая культурная работа, которую проводит краевой центр национальных культур.